Всем привет. Небольшой обзор моего модернизированного вещмешка солдатского. Вот, сделал к нему завязки, позволяющие как бы easy access, то есть легкий доступ. Вот. Вообще он чем хорош? Он waterproof. То есть, вот я сегодня в Пятерочке купил такую необыкновенную вещь, фетровая корзинка. Если ее поставить в вещмешок, она адсорбирует влагу и держит в сухости, допустим, какие-то гаджеты. Но, в принципе, он, вот я на велосипеде с ним езжу, от дождя он защищен. Даже несмотря на вот это небольшое сверху отверстие. Вот это вот у меня лямки, как у рюкзака. То есть я возил массу продуктов в нем. Вот тут небольшие как бы уплотнительные прокладки, чтобы не резало плечи.